Я Александрова Татьяна Геннадьевна из города Кинешма. Заболела я весной, и у меня обнаружили рак прямой кишки. В мае месяце мне сделали операцию, и после этой операции назначили химиотерапию. И вот с этого времени я начала лечиться. Первая химия у меня прошла не очень удачно, потому что у меня выявился глубокий тромбофлебит. А потом начали выдавать таблетки, капетоцабин, и ставила лечение. Дважды я получила эти таблетки, а потом уже с ноября месяца я не могу получить продолжение этой химии. Езжу в Иваново почти каждый месяц, по 4-3 раза в месяц. Это мне обходится довольно-таки в хорошую сумму, потому что ездить на автобусе я не могу по состоянию здоровья, а приходится вызывать такси. На такси мне обходится эта поездка в 2000 рублей туда и обратно. Но вот с ноября месяца я не могу получить до сих пор эти таблетки, потому что их все время нет. Звоню и в департамент города Иваново, и на склады, и все отвечают: ждите. Только не знаю, что я дождусь и когда я это дождусь. Но болеть, конечно, болею. И езжу я в Иваново в основном только с бумажками. Лечение мое никак не продолжается, и не знаю, что делать дальше. Я хочу обратиться к руководству Ивановской области. Обратите внимание на меня и на таких же больных, как я.